Это АБС еще. А ты кем хилом? Не, я туда. Я не допущу этого, Малганис. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Мне достаточно ярости. Что, блять, плюс 2 на улице, нахуй. Декабрь, блять. Ну да, да, тоже потеплело. Все тает, нахуй. А, блять, это зима сейчас как в феврале настанет, нахуй. Ебун? Или наоборот? Ну да, я и говорю, на конец января, начало февраля. Только зима будет. Завтра уже, блять, до 18 минут. Ну это у вас там. У нас тут, блядь, не предвещает ничего. А все потаяло, блядь, везде вода, нахуй. Сейчас за ночь, нахуй, схватится, сука, гололед будет ебучий. Ну что да. Сейчас кота, блядь, кошку тащил, таскал к ветеринару, блядь. Пиздец, сука, еле донес, нахуй. Че, не хочет? Да она вырывалась, блядь. Машины едут, она вырывается, блядь. Че, думал, траванулась, как оказалось, у нее, блядь, температура 42, нахуй. Там уколы сделали, пока туда-сюда донесли, она уже прям здоровела чуть-чуть. Да я что-то глянул на нее и охуел просто. Она вообще никакая. Чё-то недолго думая, блядь, думал, пошел-ка я. Блять, мне кошку жалко, блять, больше, чем некоторых людей. Стало. Тех, которые, блять, обратный каскад не могут вынести, нахуй. Ну это ладно. Ваши ставки, сейчас назад пойдем. Сука, проебал нахуй. Блять, ты не помнишь, такое время было, когда там мутант нахуй устраивал это на ролл на голду, блять. Помню. Завтра такой, блять. Помню. Казино 3 семерки, блять. Азино 3 топора, блять. Спасибо, мне пора, бля.
тут ребят, которые спамили в чате роллы на голду, типа, ну, блядь, казино считаем, то их потом банить начали. Создание нахуй. Это было, блядь, спецприём, нахуй. Чё? А, туда-сюда, обратно? Мега скилл, блядь. Так, Иисус. Главное, удобно кнопки поставить. Ну да, это одно из ключевых, как бы, условий. Это бывают бичи, блядь, тыкают мышкой, сука. Такие есть, да. Сука, что-то дуется к нам, вроде микроповетренный стоит, блядь. Я вон видел, как челик какой-то играет на маге. Ну тут сыр с колбасой, может помнишь такого? Не, не помню, и чё он? Ну, я смотрел его стримы, как он играет на маге. Он там блинк мышкой жмет, блядь, shift мышкой жмет. Я охуел, блядь. Рел гильди, блядь. Кринж нахуй. Не, ну бывает такое, когда... Да ладно бы он жал на реакции все вовремя, а он там попасть не может еще, блядь, мышкой навестись там. То есть просто смотришь, у тебя кровь из глаз. А я видел видос PvP-шный. Какой-то чел там записывал старое видео. Ну, Софе, я так понимаю. Вот он там вообще все кнопки мышкой нажимал, но он их так нажимал, что просто забейно. Что, короче, ну, все. Бля, я уже не найду. Я пытался найти этот мувик как-то, я потом не нашел его. Там какой-то то ли 2007, то ли 2008 года. Там еще качество такое хуйненькое. Да, да хуя че мувиков пропало хороших. Да. Не, ну на Warcraft Movies можно еще найти? Я хотел... Ну. Eternal Gathering была гильдия американская. Вот они Келли убивали. Это, на БК. Вот я хотел видос найти, а его, блядь, удалили нахуй. То ли там ссылки. Хуй пойми, короче, не найти видос. Не знаю, может где-то в интернете он есть? Где-то на каких-то, блядь, торрентах. Как они там еще называются? Strong DC, ну, вот эти файлобзинки, блядь. Но, сука, прям мне музон оттуда нравился. Все хуйня, как бы, ну, босс-босс, но музон подобран, пиздец. А так вообще, вот если Warcraft брать, если ты не знаешь, что такое PvP, блять, ну, на реакции что-то жать там, вне ротации что-то исполнять. Ну да. И в PvE тоже будешь валенком, нахуй. Ну, хотя, ну, да. Ну, уровень все равно не тот будет. Надо вообще хотя бы, не тот. Хотя бы основу, блять. Тут я согласен. Да, я как бы в PvP не супер, блять, но... Основы-то какие-то знаешь? Блядь. Она учит, ну, и реакции, да, и нестандартному мышлению, блядь. А в ПВЕ тут хули, блядь. ПВЕ можно, в принципе, стать нормальным, но... Такое. Да, все равно будешь плоский, нахуй. Вообще плоский.
Только PvP учит тебе нормальные макросы делать, бинды там удобные как-то под себя, там все вот это. В PvE ты мало об этом будешь загоняться. Вообще, я как для себя на маге... Ща. Мне просто кнопка стоит. Я как на маге нашел для себя удобный бинт на шип и на фростболты первого левела. Вот это через колесо мышки и через альт. Блять, вообще другая игра стала, ну. Угу. Все вот это по фокусу, там туда-сюда, блять. Я очень долго себе интерфейс сделал, на самом деле. Чтобы он плюс-минус универсальный был на всех чарах. И как-то, то есть, чтобы, знаешь, там одни кнопки какой-то там через какую-то комбу это дефы. Где-то там контроль скрыт, и вообще на панели я это все не вижу с кулдаунами, блядь. Что без кулдауна. То есть долго-долго я это все делал тоже. Я помню, блядь. Ну это интересно тоже заниматься аддонами интерфейса. Пиндами, да. Макросами под себя. Тут да, без PvP, я считаю, никуда, если ты хочешь уровень игры. Ну опять же, знаешь, если рега чисто БГ на делик, ты особо тоже ничего не научишься. Надо полноценно этим заниматься. На цель, блять, такой голос, ебать. Дрененький. Первый видос, который PvP-шник смотрел, это был Дракидок 8, нахуй. А я смотрел Чина с Мейдж. Видел такого? Чайни с Мейдж видел. 14 минут видос. Охуенно, мощно. Топ видос, блядь. Я отчасти и по мувикам учился играть тоже. Смотрел, как там ребята какие фишки используют. Ну и, конечно же, как там музычка вставлена, тоже заебись. Я отчасти с этих мувиков всего еще полюбил больше металл и вот этот хардкор весь, блядь. Раньше так по лайту иногда включал, блядь. Потом, как начал Вов играть, и смотреть эти мувики, он мне прямо очень понравился. С этим сейчас же, Малганис. Не, ну вообще, я в четвертом классе уже в балахоне Металлика двигался. Но там так все было, не столь серьезно.
знаешь, одно время все по рэпу перлись, потом по металлу, потом по скин, потом по скинхедам, потом по фанатам, блядь. Всем им успел побить, блядь, побыть. Чё, он забагался, нахуй? Ну, у тебя что, тоже нет? Стоит красный? Да он все, он пропадет. А, он типа гонит хуйню. Нихуя я кристаллы пропасти выигрываю. Желтая. Я отыщу тебя на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли! Кто там спит, блядь? Чё, регали уже? Ваша награда. А мне нужно ваша группа займёт. Кто-то спит. Вон что-то ДКшник пишет. Переносился из мира. У кого лидер? Топовые видосы. Ну, времен БКшных там Провара был, Лева 22, что ли, блять, гарда видос. А я какие-то так смотрел иногда. Парочку. Ну, я больше про магов смотрел. Я про магов. Какой там самый крутой маг в мире? Нун, ебать. Ага. Нун. Нун 3, блядь. Я там, ну, я после Лича я смотрел на эти механики БК, я не знаю, они убогие какие-то. Не касались немножко. Да все равно, ну, там, там просто. Ну, нет, свой скилл тоже там нужен, как бы как ни крути. Но все равно там настолько урезанные классы, блять, по сравнению с Личом, просто забей. Разнообразие поменьше. Но... Так, куда я? Ну, маг там вообще одними ленсами убивал тупо, блять. Дипфриза, ну, нету. Так, я правильно собираю, нет? Через лево теперь, ты не туда побежал. Ну смотри, где у тебя, блядь, порталы, боссы, нахуй, по карте. Чё ты тупишь? Так, вот это, с этой стороны. Ты помнишь, где порталы появляются? Там и надо собирать мобов. Ну, я видел эти картинки. Всё, танч. Там слева вдалеке, вот тут собери за деревьями. Только туда далеко уходить не надо. Ну тут вот. Ну там не инвизные мобы должны быть. Нет, все, ты далеко уже пошел. Стой, блядь. Все, иди к нам. Вон, с другой стороны порт. Пошли, пошли. Сколько? Раз, два, три, четыре. Бля, четыре места у порталов получается. Пару книг надо и собрать.
Заебись, сокрушение сделали. По двум целям бьет. Ебать, что он гонит нахуй? Да, ПВП, блядь. Я единственное, что не могу понять, ПВП за хантов. Как-то, блядь. Это надо поиграть хантом, чтобы понимать. Ну... Кайт. Ну кайт, ну понятно. В ЗРДД понятно, что такое кайт. Максимальный рейндж ты 40 держишь, не даешь просто подойти РДДшнику. Там еще и ловушки вот эти. Механик много этих. Ну да. Там и петом засейвится. И за контроль. Не, ну это все дело привычки, а вот именно как понимать, где там что лучше нажать, это просто поиграть надо, да. Там, детер особо не держать, жать его пораньше, байтить на кнопки в себя. Ну, кто этого не видит особенно, на БГ где-то. Я много вижу ханты там на детере, на ботинках бегают в толпу, долбоебы в них стан и все отдают, блядь. В отражение нахуй.
За рогу ПВП охуенно. А еще же этот был маг Вебер, блядь. Был, да. Мне нравится особенно, когда вот это сторилайн добавляется в мувик. Когда она особо нахуй не нужна, ну да ладно. Бля, что-то долго бьем. Босс. Не, у некоторых получаются мувики такие, блядь, сторилайн прям, ебать, охуенный. Не, ну у Веверт я помню эти три мувика, я их видел. Помимо него еще там разные есть, блядь. А они особо так не запомнились. Я имею в виду другие. Ну, я многих блядь еще, наверное, не видел просто. Да, так-то их дохуище. Я тоже, ну не знаю, может 50 мувиков видел, но их-то дохуище, тысячи, блядь. Люди делают. Угу. Свифти прикольный этот вар. Вообще, блядь. Ну да. Времен 3.3.5. Я вообще угорал с типа, он такой, блядь. Сам тип угарный. Ну да, да. Постоянно что-то где-то на скейте, блядь, где-то катается, блядь. Видосы, блядь. Потом уже такой мужик, блядь. Ну. Рассказывает лайфхаки Навара, блядь. Я ж до сих пор это его макросы вижу. Ну как его? Эквип слот макросы, блядь. Mm. Он такой говорит, ну я английский немного понимаю. Я, говорит, такой-то макрос юзаю. Я такой сижу, думаю, о, блядь, буду юзать такой. Хуяк юзаю. Щита шем одевать, блядь. Щита на ручка. Нудный инс, пизда просто. Угу. Специально затянут. Блять, как хорошо варом танковать, когда вот сделали по уму, блять, агро. А не то, что было, блять, раньше. Хуй чё наберешь, блять. Мои тщательно выстроенные. Так что там? Опять желтая скопа.
сука, солголону надо. Ебать. Прикинь, выпадет. Так, у нас 10 минут РТ, надо в темпе. Ебать, натуре. На самом деле, блядь, Warcraft охуенная тема. Ну, у него в натуре вот нужна компания, чтобы шпилить, нахуй. Ну да. И так, нахуй, вот этот лор, вот эта вся хуйня, оно особо, блядь, ну его нахуй. Ну да. Так, в общем плане, понятно, Артас, Хуяртас, там, блядь, Орда, Альянс, все ясно, нахуй. Но сколько там понахуевертили потом, блядь, всяких ебаторий, блядь, Шадоуленсы, Панды, блядь, всякая поебень. Дальше-то понятно. Рунная клизма. Дай мне силу. Воин в матроскинах. Ебать. Динамит взял? Ага. Раз, два, три. Ебать, все скребут, нахуй. Кто-то не доскреб. Чё, не нормально? Нормально. Ушо, петушара, погнали, нахуй. Ёбаный в рот. Давай, кастуй свой эфир, бля. Беги, малышка, беги! Сука, блядь, кончился. Беги, малышка, беги! Зарма сприятчивая. Все, пронес стралу в пироге эту шпильку, нахуй. Он съебался. С кутузки. Сейчас мы будем. Че, реально так было? Да вот только что, блядь. Тралу в пироге, шпильку, блядь, нихуя. Шпилька в пироге, пирог в очке, блядь. Очко в трусах. Трусы в штанах, нахуй. Ну и все, ебать, матрешка, нахуй. Хуй откопаешь просто так. Криминальная история, блин. Вообще пиздец. Так, что вот тут... А, ой, вот тут у нас криминал, нахуй, Андрюха, похоним. Я протёрла чё. Чё ты там в сталкере проходил? Да пока нет, там я... Началась ебанутость. 30 раз бегай туда-обратно, блядь. Я вчера психанул и не стал сыграть. Бля, ничего, что я спрыгнул, а, бля. Почти ничего. Это вар танчит. Что-то я подумал сразу, нахуй, там на мост, блядь. Съебаться. Я тут с холма понаблюдаю, нахуй. Если что, чарж сделаю, блядь, с воздуха. Опа. Yeah.
Заебал нахуй назад получается. Скрип говна. Трал заебал, хули незнакомцы, я тебе, блядь, кость недавно сдавал, нахуй. Незнакомцы, блядь. Трал, ты ведь не думал, что в самом деле сможешь сбежать? Ты ответишь перед Блэквором, как и твои союзники. Чё-то я еще когда-то, блядь. Фармил ебаная НРБК. Чё? Да я жду, блядь, когда у меня будут персы, нахуй, все бисы, что ничего не надо делать, нихуя, нахуй. Как на ОБТ, нахуй, воткнул все брюли, блядь. Нихуя делать. Жди, жди. Лет через 100, нахуй. Так если бы не кидал их, да, у тебя бы сейчас так и было. Прикинь, реально, если... Ну да, хуй знает. Прикинь, реально, короче, нам будет по 90 лет, нахуй. И Сирус до сих пор не развалится, и X2 будет существовать, нахуй. И там только Санвел будет открываться. Что мы, нахуй, будем эти 90 лет делать? ОБТ, ОБТ главное. ОБТ, блядь. Зато уже с элиданками все будут ходить, нахуй. Ну да. Они уже, блядь, побледнеют, нахуй, с зеленого цвета станут желтыми, блядь, от старости, нахуй. Угу. Нихуя трал, коня одел, блядь. Коня одел? Куда он там его одел, блядь? Ну вызвался. Через голову и через... или через ноги, блядь? Хуй знает. Так, шо там? Или он его как рубашку, нахуй, на себя накинул. Там какие-то мобы где-то есть. 22 уровня. Не, Паш. Там кто-то приводил хан тот раз. Он вон те. Ты хочешь приведи, а он там ходит патруль под дойку. Вот эти петухи, да? Ну-ка. Ну там их 3 или 4 моба. Тут их дохуя. Так ты к нам иди. Я на коне поехал. Так, что тут какая-то заварушка будет? Смотри, просто рывок через забор, нахуй. На, нахуй. Хуя себе. Типы появились. Здорово, ребят. Здорово. Что вы там чем занимаетесь? Пока донос. Че, у нас РТ будет, нет? Ну донесем и будет. Ага. Бать, а то у меня что-то такое настроение было сегодня отпетлять вообще. Так-то нехотя, ну ладно. Что, в льду не хочется? Да ебать, вообще не хочется нихуя. Да у льда охуенно есть. Знаешь, такое ленивое, блять, воскресенье. А как у тебя ник? Это у тебя в диссе написано и точки какие-то, не пойми. Мак, hate your mom. А, нихуя. А что, на вас правила не действуют? Надо, типа, подписываться в диссе ником игровым? Ну, с первого стать. А, это с первого стать. Там у него рога. Да, рога. А как ник роги? Вот с этим, наверное, да? Да, да, да.
Да, блядь, я на рогу забил хуй тотально просто. Я просто захожу, лутаю монетки, да и все. Или ГП. Что-что, Кит? Или ГП, говорю. Да не, нихуя. Нихуя. Рога подебисывает, Т6, там все дела. Ну, полностью бис, да. Актуальненько, контент. Ну да, видишь, когда одеваешься в актуал, неохота ничего делать. Нет, в том-то хуйня то, что интересно рога играть, но, блядь, хуйня в том, то, что понял, вот механика роги, она немножко здесь нарисируется уебищная максимально. То есть, блядь, не хочется просто банально играть даже. Очень сильно привередливый класс, поскольку, блядь, я его перебивал был в ловкость полностью. Я понял то, что это хуйня, и нужно, блядь, все это перебивать в ап. Соответственно, это нужна голда, соответственно, это нужно время, а мне просто лень это делать. Поэтому просто я забил хуй на нее. Ага. Да. Я максимально не люблю, когда вот это перебивание все начинается. Да, это, блядь, очень сильно затратно, нервничать начинаешь, потому что где-то, блядь, теряется ДПС какой-то, плюс, блядь, на этом фоне еще, блядь, начинаешь психовать, где-то, блядь, проебешься, налутаешься ГП, то есть максимальное отвращение от персонажа. Да. Да, ну и как-то, блядь, я как начинал играть в WoW с давних-давних времен, блядь, с классика, грубо говоря. То есть играл всегда только одним рогом, то есть никаким другим классом не играл. А это меня вот, блядь, подвинуло на что-то и поиграть магом. Не знаю почему, меня вот заторило, и мне захотелось магом. Ну, что-то другое ощутить. А то хули все время этими даггерами махать. Да, хуйня в том, то, что, понимаешь, даже отличие механики, блядь, мили и РТД, то есть, отличается. Вот мне, допустим, поначалу я, блядь, плевался, сидел, я вообще не понимал, допустим, как бы некоторые специфики механики, ну, потом как-то втянулся. Киря мне постоянно ГП любил хуярить, да и сейчас любит хуярить. Ну, сейчас в последнее время уже нет, в принципе. Ну? Уж стал лучше играть. То, что заслужено, то заслужено. Да, потом руку набиваешь, уже нормально. Да не, ну понимаешь, просто есть такое понятие, вот, допустим, механика на боссов некоторых понятна. То есть ты ее знаешь, но ты знаешь ее на фоне, блядь, с милика, да, вот. И элементарно, вот последнее мое ГП, которое я, блядь, немножко подохуел, когда я 300 лутанул, мы были на слепце. И получается, на меня кинулась метка, мне нужно было немножко отойти, понял, от стака. А я немножко чуть дальше стал. И так получилось, что потом рывок, Кири, или что-то добыло, что этот рывок, типа слепец прыгнул, и он прыгнул на танка, который просто ловит рывок. И таким образом, типа, въебал, блядь, рейд. Кирилл тогда психанул, хуйнул мне, блядь, 300. Ну и типа на этом все закончилось. Как бы, то есть, я сам до конца не понял, блядь, что произошло, потому что я как бы отбежал. Ну, не, возможно, не надо было идти на ту линию, там танк должен был закрывать. Ну вот, понял, я этого просто банально не знал. То, что, блядь, я думал, что если там эта метка выбрасывается, просто нужно вынести ее с рейда, чтобы она никого не уебала. Потому что по факту ты же под этой меткой ты умираешь или нет? Кирюх. Под какой ниткой? Блять, на слепце метка, которая, блядь, бросается, и которая она разносится потом на 4-5 балл, что делится урон. Ну, там, да. Ну вот. Я вот банально думал то, что мне нужно, блядь, отбежать, я отбежал, чтобы никого не ёбнуть.